have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. У нас потух факел, надо бы зажечь еще один, я так предполагаю. 2,5 часа внутри игры. Мы с вами здесь уже получили одну из душ. Спасибо, блин, я что-то там подзастрял. И теперь у меня есть парочка идей, куда нам идти. Во-первых, у нас есть мясо? Нет, нету, отлично. Мы можем все что угодно практически. Ладно, мы можем пойти в библиотеку, что, я думаю, нам стоило бы сделать. Но, возможно, нам стоило бы еще позачищать Вельзевулов. Мы на месте. Перед храмом мучений находится моя лаборатория. Переулки, кстати, выглядят иначе. Возможно, придется найти альтернативный путь внизу. Давай-ка поищем его. Я знаю про альтернативный путь. Мы пока что туда не пойдем. Я вообще-то не собираюсь сейчас ему угождать с... Блин, Вельзевульчик. Давайте мы, может, вот так сделаем. Чувак таскает сундук, у меня такое ощущение, что в этом сундуке когда что-то должно быть. Так, о, я факел нашел, я молодец, масло нашел, тоже круто. С этими ребятами мы вроде разговаривали. 2 голубых флакона, ёпарасоте. Хорошо. Интересно, а без подсказок я могу найти клад вот в том месте, где он должен быть? Вроде вот оно здесь, ну-ка. Статуя жуткая, да-да-да, это мы в курсе все. Слегка голодный. Кстати, кто у нас что? Голод. Надо бы нашу рыцаршу, наверное, накормить. Элли у нас один. Вообще, что у нас по алкашке? У нас есть гнилое мясо, помидоры, белые флаконы. Все, конечно, круто, но... Я почему сначала хочу пойти в библиотеку? Потому что нам очень сильно не хватает свитков. Ты же на... Ой, блин, просто забей. Ты же на другом этаже вообще находился. Так, атака. Умение. Сфера тьмы. Посмотрим, насколько быстро я его убью. Если ты не будешь промахиваться, пожалуйста, Легард. Фига ли ты вызываешь тут своих ублюдков? Так, если б я знал, хорошо. Быстрая атака. Добей его, пожалуйста. Нет, не атака, умение. Я уже сверлить меню. Давай вот так вот сделаем. Видишь, урон на 500, тварина, если б ты не промахнулся. Ну да, на него пофиг. Да хорош! Сдохни, пожалуйста. Раньше они так не делали. Да ну не промахивайтесь! Угу, молодец. Вообще суперски. Но никто громко плачет, прося... Ай, никто не приходит. Так, хорошо. Заражение крови, кровотечение. Интересно, у этот же, он же бессмертный, ему кровотечение лечить пофиг чем, да? Ладно, ребят, сейчас, секунду. Немножко не понравилось мне, как это все прошло. Я загрузился. Нашел счастливую монетку. Так, хорошо, факел. Неужели существует решение? Невероятно расстроен. Да, это все было. Орел. Спасибо. Слегка голоден. Я за него рад. Как
Как он на меня напал с другого этажа, не подскажете? Вот это что меня интересует. Так, хорошо. Пойдем сюда. Попробуем пошариться по библиотеке. Ой, блин, да, точно, тут же эти статуи. Их надо... Братство, часть... Это оригинал, ничего не осталось. Круто. Красный флакон, что тоже хорошо. У нас, кстати, кроме библиотеки, в библиотеку можно прийти пошариться по книгам, то, что мы сейчас делаем. Но я еще думаю, что нам нужно бы сделать. Выпускать. Спасибо. Мы же с вами выполнили квесты этих рыцарей. Доктрина о живом номер один. Надо будет все это потом прочитать. Я думаю, будет ли там какая-то награда за то, что мы спасли обоих рыцарей. Так, полки забиты, книжки забиты. Доктрина о живом 2. Решка. Сейчас орел будет, смотрите. А, нет. Алхимелия том 3. Алхимелия том 3. 2, что ли? Погодите. Книги. Поэма о любви и мучениях. Скованное сердце за авторством Рона Чамбера, безмолвную грацию жизни ты прячешь в глазах, что я видел в ночных мечтах, пролитые слезы, камни на плечах. А мне это нужно? Ты обдумываешь эти строки, фига себе. Я что, какую-то сейчас дополнительную фобию себе схвачу? Так, братство, господи, святая книга страхов, братство, доктрина о живом. Моя старая точка, стартовая точка стала цель создания простого работника, потом тем глиняным големом из прошлого. Это как нам сделать собственного клона, да? Волосы, их тела, вот это хлебки, у волос нет определенной цели. Но я полагаю, в будущем это может помочь их сохранить тепло в холодном климате. Мне довольно просто удалось создать этих существ, в их конструкции не было заметно какие-либо явные изъяны. Прежде чем продолжить свои исследования, я решил экспериментировать в другом направлении, отбросив органику, принялся за создание механической формы жизни. Механические структуры намного проще устроены, чем плоть, так что первый образец был готов уже через пару лет. Формы были недостаточно сильны для физического труда. Впрочем, и не то, чтобы мне был нужен для этого кто-то еще. Я перепрофилировал их под собственные приятное времяпрепровождение. Мне удалось достичь столько всего лишь за несколько лет. Уже могу представить, чего я достигну за отведенную мне вечность. Вальтейл. Кстати, да. Понял, кто это. Хорошо. А где первая часть тогда? Список заключенных. Список заключенных, которые содержатся в подземелье. Ты не можешь разобрать почерк. Прикольно. Хорошо. Насчет книги, да, нужно будет так. Доктрина о живом, первая часть, мы вторую прочитали. Это мое исследование о живом и создание искусственной формы жизни, потом возможность возвысить человечество и избавить его от собственных границ. Когда я был человеком, подобные исследования порицались, другие ученые не взялись бы за подобные ввиду попрания норм морали и этики. Но искренне верю, что это последний столб, который отделяет человека от божественного статуса, быть равным древнему богу или даже больше. Древние проявили талант к созданию жизни еще с зари времен. Живые глиняные големы, которые населяют Махабра, прекрасное подтверждение. Они лишь инструмент создания для выполнения группы физической работы. Им не нужен ни сон, ни отдых, они выполняют свою работу. После, по мере надобности, они начали создавать и другие формы жизни. Все в итоге привело к созданию абсолютного венца творения человека. Такова и моя конечная цель. Как мне кажется, я понимаю, достаточно для достижения этой задачи. Я просто обязан достичь этого, дабы стать поистине независимым от великого замысла. Это наш ключ к естественному порядку вещей. Окей, понятно. Так, ребятушки, можем... Что мы еще так? Иди сюда. Что мы еще можем глянуть? Книгу страхов у нас было. Алхимелия? А что? О! Основа алхимии. Ну-ка. В этой книге описано действие различных цветных... Ох! Алхимических субстанций, наконец-то. Для начинающих алхимиков оранжевый, зеленый, синий, белый порошок. Плюс муть, чрезвычайно взрывоопасно. Плюс муть, какая муть? Give me that shit, типа. Так, хорошо. Ну, то есть, по сути, тут все с этой книгой. Посмотрим, что мы сможем скрафтить. Братство. Так, путь Махабра я на самом деле прочитаю, наверное. Страницы повествуют о давних, давно ушедших днях. Погодите, это... Да, это мы читали. Это мы читали еще в первой части. Тут сейчас появится... О, теперь я, по крайней мере, знаю, кто это. Силуэты новых богов. Они пытаются... Значит, у нас есть Супер Мид Бой, у нас есть...
вот этот чувак, который будет нас ждать в замке, который на нас потом собак спустит, и нам придется его убивать. Вот этого мага, я не помню, кто это. Может, это тот, который в библиотеке, просто который преобразовался? Франсуа, господствующий, сверлит тебя взглядом. Он кажется довольным своим присутствием. Это на древней земле смертный решил сделать. Ты чувствуешь... Да, это мы все читали, это мы все видели. Сейчас появится еще и четвертая богиня, да? Силуэты растворяются, факел потух. Спасибо, что потратили мой факел. Погодите. А я не помню, чем завершился мой прошлый визит в Маха... Ой, капюшончик, хорошо. Взрывной флакон, что не может не радовать. Белый флакон. Счастливая монетка? Спасибо. Открыть решка. Решку надо было, решку. Черт. Древний талисман. Ты забираешь бдительное око. Что за бдительное, блин, око? Книги. Тут что-то добавилось? У нас есть, кстати, еще старинная книга. Книга забытых воспоминаний, куда мы еще не ходили. Хм. Это интересно. Так, ладно. Кожаный шлем. Капюшон хуже. Кожаный шлем такой же. Ты у нас тоже с кожаным шлемом? Да, у нас их просто хоть задницей жуй. Тогда мне вот что интересно. Монокль. Мы же очки нашли. С их помощью, видишь, намного с ней сильно повышает точность носителя. То есть монокль у нас немного повышает. Мы одеваем очки. Во, прям хорошо. Честно говоря, я бы, наверное, одел бы очки на Легарда, если бы у меня была возможность снять с него чертово кольцо. Так, хорошо. Кстати, а почему... Так, ладно, давайте крафт глянем. Сделать предметы. Синий флакон я могу сделать. Из... А, я получу голубой флакон. Да? Ну-ка, так. Нитроглицерин порошок, черный флакон, оранжевый флакон и зеленый флакон. Зеленых соплей у меня нету, кстати. Так, ну я, наверное... Вот так вот голубой флакон сделаю, да? Погоди, теперь у меня голубые флаконы стали отображаться или... Да, теперь у меня есть голубой флакон, хотя до этого я их подбирал. Хм... Синие травки. Раз, два, три. Чуть-чуть потрачу. Буквально, чтобы он был не на грани вымирания. Так. Блин, я чертов талисман не посмотрел. Или что это вообще такое? Предметы. Оружие. Броня. Душа, кольцо, латные, броня, мантия, талисман. Ладно, потом найду. Это может быть важно, а может быть и не важно. Никто не знает. Ну, наверное, тут все важно. Ну, хорошо. Пока что оставим как есть. Погодите, это случайно не... Короткий лук? Круто. На... Ребят, пожалуйста, подскажите, синий трав... подскажите, как стрелять из лука. Бутылку виски. Ой, это круто. Это прям хорошо. Да, смотрите, это то место. Деревянный баклер. Это то место, куда я все искал, как попасть. Вот оно, как сюда попадается-то. Открыть решка. Да, спасибо. Пусто. Ты начинаешь чувствовать вещи. Меня что, выкинет сейчас отсюда? Черт, меня выкинуло, да? Да. Культ Махабра обращается. Понятно, это было на время. Жаль, наверное, что я этого не знал. Или я забыл, забыл. Анатомия. Так, стоп. Анатомия, это должна быть очень полезная книга. Книга медицинских наук. Анатомия. Собрание знаний Гомера из Абиссонии. Симптомы, эффекты. Спутанность сознания, сотрясение, перелом или сломанная кость. Погодите, а перелом или сломанные кости? Это, блин, что? Ладно, кровоточащие раны. Симптомы, эффекты, отравление, паразитические кишечные черви, оглушение. Симптомы, эффекты, заражение, зараженная рана на руке, зараженная рана на ноге, слепота или травма глаза. Симптомы, эффекты, тяжелая психическая травма. О, такого у меня еще не было. Сильное анальное кровотечение.
Тьфу-тьфу, такого тоже не было. Тяжелая физическая травма, такое было. Симптомы эффекта: временный паралич, сильное отравление токсинами, различные стадии голода, различные стадии страха. Эта книга не охватывает всего ореола симптоматики, поэтому рекомендуется применять исключительно как сторонний справочник. И что мне это дало? Так, я могу капюшон сделать, прикиньте. Черный флакон, я знаете, мне достать. Зеленый флакон — это сопли из матери, по-моему, можно собрать, да? Это если вернуться в пещеру. Так, хорошо. А что у нас еще есть? Алхимия, я почитал. Кстати, это том 3, значит, это еще есть 2. Список. Ну, вроде как что-то где-то мы немножечко прибарахлились. Доктрина о живом — это мы все прочитали. Братство оригинал — это все мы читали. Алхимия, том 2, свиток длинного меча, ой, а вот это прям неплохо. Алхимию я прям сейчас зажую, наверное. Итак, основа алхимии, алхимия, том 2, это книги о действии различных цветных алхимических субстанций. Красная коррозийная субстанция требует осторожность. Черная — гормон роста, влечет неконтролируемый рост живых тканей, требует осторожность. Синяя обладает целесвойствами для мышечных тканей, не требует осторожности, да? Хорошо. Желтая — богатая протеином субстанция, базовые алхимические рецепты. Черная — плюс масло, невероятно горючая жидкость. Интересно. Синяя плюс желтая — обострение чувств. Красная плюс желтая — адреналин. Синяя плюс красная — яд. Синяя плюс фиолетовый — антидот. Я буду сейчас синие флаконы вам на это тратить. С другой стороны, что мне остается? Учение Сильвиан. Неужели? Алхимия, том 2, но это у меня уже есть, спасибо. Ничего стоящего. Да чтоб тебя, ладно. Можно, пожалуйста, не промахнуться сейчас? Умение. Поговорить. Нет, я тебя атакую. Умение сферу, пожалуйста. Ребят, давайте наляжем на него и все, и чтобы он... Все, до свидания. Полигард голодный, что ли? Блин, ровно полтос, чтоб тебя. Я до сих пор нифигища не умею готовить. Это прям печально. Будем пока что жрать готовую еду. Ой, у меня есть жареное мясо. Обыскать, ничего существенного. Вот эти чапкающие звуки. А, кстати, да, мы сейчас можем в башенку пойти, раз уж мы наверху. Тут можно набрать себе черной жидкости. Метательные дротики, ой, это прям хорошо. Курительную трубку, метательные дротики. Оранжевый флакон. Тара-тара-та-та. Перо. Ни одна из них не привлекает мое внимание. Какой же я невнимательный. Так, черная жидкость. Это дрое ощущение легкого покалывания кончика пальцев. Набираем. У меня сколько? 16 флаконов. Сейчас я проверю по-быстренькому. У меня стеклянных флаконов еще 16. Маленький флакон обычно используется в алхимии. Масло, один заплесневелый бред. Один у меня черный эти. И взрывные флаконы 2. Флакон с водой 9. Эликсир тела. А, да, это лечится. Эликсир разума. Да. Червивый сок. Малая душа. Бесконечная душа. А, да, бесконечная душа, точно. Оранжевый взрывной. Красный. Погодите. Бутылка виски. А, вот черные флаконы. 3 штуки. Хорошо. Суперски. Ну что ж. Давайте еще зачерпну. Раз они нужны для крафта... Сколько их у меня будет? 6, 7,
Нам еще нужно бы пойти и зачерпнуть, наверное. Да, реально, нужно будет устроить поход на нижние, на верхние, наверное, да, на верхние этажи. И три стеклянных флакона пустых, вообще супер. Устроить там, во-первых, в погребе вычерпать все вино, которое там есть, а во-вторых, встретиться с рыцарями. И, в общем, нам нужно бы сходить в ту сторону. Так, это у нас тут сейчас будет два ушлепка мелких, да? Что у нас по... Ой, блин... Я что-то упустил немножечко вот эту фишку с менталочкой. Табак. Опиум, я так понимаю, что он сильнее, что ли, да? Так. Факел. Да, хорошо. Ну-ка провернем кубик. Сказку о Pocket Cat. О, а это было у нас разве? Сегодня у нас прям день чтений. Сказка о Pocket Cat 1. Ой, блин, там такая картинка классная. Это был дождливый денек в деревне, что была к северу от Мервудского леса. Вильям, самый непоседливый ребенок в городке, глядел, как капли дождя стекают по окошку. Его мать просила его не выходить сегодня на улицу, ибо хорошие мальчики в дождливый день помогали родителям по дому. Поэтому, как знали они, что дождь приносит с собой различные ненасти. А, потому как знали они. Но непослушный Вильям без страха побежал прямиком вглубь чащи Мервудского леса. В глубине леса, промокший до нитки, Вильям услышал приглушенные звуки чужого дыхания из заросшего грота. Вильям осторожно взглянул сквозь листья, но не верил своим глазам, когда сквозь листву он увидел с иголочки одетого кота. Кот стоял на двух лапах и был в два раза выше его отца. Стоя к нему спиной, руки его быстро запихивали что-то внутрь мешка, когда два его больших желтых глаза с восторгом застыли на дне мешка. Внезапно кот замер, и руки его перестали двигаться. Несмотря на то, что Вильям был едва ли виден за листвой, кот медленно повернулся в его сторону. В ужасе Вильям, сломя голову, побежал в сторону дома. Два светящихся кошачьих глаза преследовали его до самых ворот его дома. Его мать встретила мальчика у двери. «Ты только что был в лесу, не так ли?» — спросила она. «И видел то, чего не следовало видеть, верно?» — воскликнула она. «Откуда я знаю?» Затем мать Вильяма зашла внутрь и вынесла оттуда сверток в красивой обертке. Он появился тут прямо перед твоим возвращением. В адресате было написано «Юному мистеру Вильяму». Вильям осторожно развернул и обнаружил на нем рисунок маленькой мышки. Внутри был кусочек кошачьей мяты. Сказка. Нормальные такие у вас тут сказки. Да в смысле ничего не осталось. Так, я могу? Угу, понятно, не могу. Иди на, блин, на этого. Умение, быстрая атака. Ну, блин, придется... Я что, тебя не заправил, что ли? Твою самку, ты бесполезный. Голову эту штуку бить нельзя. Чё ты делаешь? Какая нафиг пустота внутри? В смысле частичку души? Чё за цыганские фокусы?
ударить. Я не знаю, это хоть когда-то дает какие-то плоды, типа, если эту штуку ударить. Так, хорошо. Это какие-то вот эти вот прокачанные чебуреки. Тут что-то поменяется? Или вряд ли? Ничего не осталось. Пойдемте, может, попробуем, знаете, открыть статуэтки, чтобы у нас был уже проход готов. Сейчас мы сходим вниз. Тут-то мы этого уже ушатали, перца. Тут вроде никого и не было, да? Хорошо. Пойдем сюда. Дзынь будет или нет? Тут мы уже все обыскали. По книжечкам у нас очень бедно все в этот раз. Так, хорошо. Тут руки вверх. В смысле слабее этот... Ой, блин. Ой, все, короче, да? Так, солями. На тебе солями. Руки вверх, нога к колену, нога в сторону. Еще две подобрать, да? Ну-ка, сейчас, секундочку. По-быренькому сделаем все. Надеюсь, вот эти упыри на меня сейчас не кинутся. Блин, они там что-то это... Ладно, по крайней мере, я тут свалил. У тебя... Использовать руки вверх. У тебя нога вот так была, а у тебя нога была в сторону. Теперь... Ну, сейчас подберем, ребят. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот все. Видите, даже в прямом эфире. Я даже на паузу не ставил. Это делается все просто элементарно. Так, я бы теперь, наверное, сходил бы сохранился, что ли. Давайте вернемся, когда уже сохранюсь и подойду сюда. Есть маленькая проблемка. В прошлом у нас в подземелье лазят куклы, и там сохраняться небезопасно. Поэтому мне приходится каждый раз переходить, потом вот тут проползать мимо Вельзевула и... Потом чесать обратно. Так, хорошо. Попробуем столкнуться с этим божеством, которое там. Я не помню. Там он сейчас будет вопросы задавать, но, честно говоря, не помню, что там по ответам. Кстати, мне еще нужно... Мне нужно мага зарядить. Прям по фулочке зарядим. Его две бутылки виски потратим. Все-таки босс-файт будет, поэтому... нам не сюда. Да-да-да. Блин, сделать. Смотри, сколько всякого. Зеленый флакон. Черный нитроглицерин. Ну-ка, у меня же есть один нитроглицерин. Давайте сделаем. Взрывной флакон получается, обычный. Хорошо, я вас понял. С красным флаконом это вещь. В общем, ой, черный флакон и масло. Мутный флакон получился. Мутный флакон с легко воспламеняющейся жидкостью, да? То есть мне проще кинуть в него вот этот флакончик и... Так, ой, этого у меня много. Из трех тряпок я могу сделать капюшон. Фишка, зачем он мне? Ну ладно. Если я кину горящий флакончик в этого дебила, а потом кину в него огненное заклинание, это прям... поможет. Это вот этот вот... Да, я нахожу капюшон. Это вот этот чувак, который из древних богов, который... Да, значит, это он и есть, понятно. Вот он полетел вниз, и это я потом с ним буду драться. Все, все, до меня дошло. Делай шаг в пропасть, ну и... Тут, туда ему и дорога. Белый флакон, что неплохо. Кажется, можно и гигантскую фигуру медленно летит к тебе. Ну, это, конечно, тоже хорошо. А что у меня по хпшке? Я бы не сказал, что все хорошо. Но и не ужасно.
Блин, я так и не знаю, как травки-то смешивать. Это печаль просто. У меня много синей травы, но... Черт, я ее так трачу. Мне аж прям больно ее так тратить. Но я не нашел... О, эль. Камень-душ. How convenient. Он тот еще жалкий червяк. Давай лучше избавимся от него. Ну, слышал, что... ты слышал эту вертель? Ты жалкий червяк! Знаете, мне это напоминает, как профессора спорят друг с другом. Они такие драться не могут, но такие начинают... Полки забиты, полки забиты. Ну, пойдемте. Хе-хе. Я заберу то, что по праву принадлежит мне. Нарезать твои целевые мозги не сложнее, чем пожертвовать новорожденного вашим ложным идолом. А умение поговорить? Сфера тьмы. Попробуем выносить ему сейчас быстренько мозг. Пытаешься поговорить, Вильтель просветленный не реагирует на твои слова, но поток идей, концепции вопросов заполняет твой голос. Ты слышишь вопрос среди нас, новых богов. Мне, Вильтелю, было уготовано просветление, Франсуа было уготовлено господство, кому же было уготовлено мучение? Так, че? Блин, как этого зовут медбоя? Черт побери! Назрамус... По-моему, Назрамусу. Неверный, черт. Так, поговорить. Надо ему третий глаз мочить. Так, сфера тьмы. Говорить, да-да-да-да-да. Ты слышишь вопрос. Первородный бог разрушения. Один из... Так, Грогород. Разрушение — это Грогород, вроде как. Элементов бытия, как тень для света, кто является его... А, кто является его противоположностью? Сильвиан? Ну, типа, он разрушение, Сильвиан — это любовь, нет? Правильный ответ, да! Поговорить. Вот эту фигню надо мочить, по-моему. А, ну нормально. Так, пытаемся поговорить. Не реагирует на поток идей. Да-да-да, слышишь вопрос. Темный континент, откуда тьма медленно просачивается в западный мир, где лишь день сияет светом, где вечная тьма... Серый мрак. Как его, как то место зовется среди европейцев? Вот чтоб я знал такое, блин! Так, 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 так. Восточное святилище, Богемия, Бессония, Винланд. Темный континент. А, Бессония? Верно. Спасибо. Ребят, мне кажется, вы не то бьете. Умение поговорить. Давайте пока вот этот мозг ему... Так, у тебя еще 34 осталось. Концентрированное сознание разрушительного вихря. Давайте попробуем. Поговорить, да-да-да. Не реагирует, угу. Первородный бог разрушения, один из главных элементов бытия, как тень для света. Кто является его противоположностью? Сильвиан. Это ж было только что. Тебе что, типа, чувак поплохел от того, что... Блин, больно.
щит с орлом. Это было крайне больно, тварь. Поговорить. Ты пока что мозг выноси. Умение. Да черт с тобой, давай так. Не реагирует. Я Вильтель просветленный. Кто предшествовал мне здесь, в Великой библиотеке? Франсуа, Альмер, Назрамус, Энки. Нет, Энки явно нет. Франсуа нет. Франсуа вообще не здесь. Назра. Назра, Назрамус, Альмер. Альмер? Черт, а кто? У тебя уже мозга не осталось. Так, среди нас, новый глагол. Мне, Вильтелю, было уготовлено просветление. Франсуа был уготовлен господство. Кому же было уготовлено мучение? Как его звали-то? Рихтер? Блин, неверно. Я забыл, как зовут Мидбоя. Ты фиг ли промахиваешься-то? Да, темный континент. Значит, Винланд? Правильно, да, вот, это Винланд. Фух. Так, проблема в другом. Я остался без руки. И это прям отвратительно. Погодите, я не смогу носить двуручное оружие теперь? А мне это не нравится. Подождите, ребят, минутку. В этот раз пошло гораздо прям лучше. Поотвечал на некоторые вопросики правильно. И рука осталась на месте. Правда, он меня пару раз головой ударил. Да-да-да, но... В общем-то, я предпочитаю такой исход. У меня рука осталась на месте, как минимум, это уже хорошо. Получается все, минус 2 босса. Минус 2 босса абсоса. Пойдем сразу же сохранимся. После такого, я думаю, надо бы. Я не знаю, стоит ли мне с вот этими шкетами что-то делать. Они, в принципе, бесполезные. Нам еще на Супер Мидбой надо сходить. Но перед Супер Мидбоем, наверное, я бы предпочел совершить тур на нижние этажи. И... Так, это вот надо вот так сделать. Что у нас по хилкам? Ну, хилки такие себе. Я так понимаю, что мага ничто не убьет никогда, в принципе. Это же тварь бессмертная. Вот, я просто надеялся, что у него и мозги будут тоже не... Ну, как бы... Бессмертные, что ли. Ну, что мне не придется его постоянно алкоголем подтаскивать, чтобы он делал мне всякие вещи. Так, хорошо, сохраняшку. Поехали. Прилив сил суперски. Значит так, ребят, минуточку, надо понять. Хорошо, я думаю, что перед Супер Мидбоем мы с вами сейчас еще отправимся вниз. Сохраняшка у нас в любом случае есть. В смысле вниз, ну то есть, хотел сказать вверх. Почему-то у меня вот эти подземелья, они неправильно немного ассоциируются. Ну, да пофиг. У нас тут шорткат открылся, да. Мы теперь можем сделать вот так. Вот так вот. Вот так вот. Потом вот так вот. Вот так вот. Я думаю, что нам нужно посетить некоторые места, которые у нас там есть. Во-первых, я же говорю, нам нужно проверить квест с рыцарями, будет ли нам что-то за это, за то, что мы там затащили. Во-вторых, ты кто такой? Давай, до свидания. Я не хочу с ним драться. Не знаю, наверное, может быть, нам стоило бы
Кстати, у нас маг вообще... У него башка вообще пустая. Нам бы нужно сходить за бутылками вина, которые есть в погребе. Нам нужно бы, наверное, посетить могилу богов. Для этого прийти сюда, когда шарик, этот кубик повернут. Ну, для этого нам, наверное, придется подраться здесь с кем. О, иди нафиг. Я помню, эти ребята бешено мерзкие. Я прям не хочу сейчас с ними дело иметь. Ладно, посмотрим, как это все будет. В любом случае, нам нужно еще... Да, действие куб прекратилось. Нам нужно еще второе сердце в дереве разбить, а оно опять же там. Фу-ка. Я, кстати, на этот раз камень душ... Нет, не хочу. Спасибо. В этот раз я не могу скинуть врагов. Ну уж не знаю почему. Так, Энки. Почему его в этот раз тут нету? Я с ним какой-то диалог упустил, наверное, да? Ладно, пофиг на него. А, погодите, возможно, я не нашел его в этом... В подземелье, поэтому он не хочет появляться. Ну хорошо. Нет, чуваки, нам сюда. Сейчас мы дойдем до верха, там тоже сделаем сохраняшку. В той же, наверное, тюрьме, что ли, или где-то. Что за баги? У меня, кстати, сегодня такой интересный баг был. Наверное, это не попало на запись. Вот. Не, спасибо. Я, наверное, обойдусь. Я эту кровать рвал? Нет. Ну, в смысле, да, но я же с ним ничего не могу сделать. Знаете что? Так, страх овладевает, это, конечно, не прикольно. У меня же... У меня вино где-то было. А, у меня есть еще табак. Кстати, да, я могу еще... нет, блин, ладно. Опиум, это, типа, очень сильная штука. Я... Да, я зря ее выкурил. Можем пойти мать грохнуть. Нет, спасибо. Пойдем туда. Зайдем просто с другой стороны. Нам будет проще. Там, во-первых, сохраниться можно. Этот рыцарь-то желтый, железный этот. Он нам не помеха вроде как. Вот, вот эти ребята. Они же все должны быть... А, они просто ушли. Письмо Бакман и кольцо духов. Письмо Бакмана. Ну-ка. О, благородный рыцарь мрачных темниц. Я пишу вам это жалкое послание в наши непростые времена. Наша миссия в подземельях провалилась. Мы подвели капитана Рудимера. Блин, Радимир, это капитан. Почему-то это вылетело из головы абсолютно. Ладно, теперь он вне нашей достигаемости. Если вы повстречаете или вы то, что от него осталось, почтите его былую честь и избавьте от страданий. Мы не можем терять ни минуты в этой тьме, ибо боимся за наши жизни, боимся за то, что нам не подвластно, наш рассудок. И к моему стыду я должен сказать, что мы должны продолжить наш путь, не повстречав вас лично. За все то, что вы для нас сделали, я оставляю вам одну из реликвий моей семьи – кольцо духов. Да поможет оно вам в вашем задании и продвижении в глубины этого места. С уважением, принц Людвиг Бакман. Круто, круто, классно. Тут ничего, конечно же, не осталось. А что за кольцо, мне интересно? Кольцо духов. Кольцо с кровавым алмазом, оно повидало много смертей, и теперь жизненная сила буквально струится из камня. Типа плюс хпшечка или что это может быть? Я так-то очки не особо хочу менять на что-то. Может, оно восстанавливает меня как-то? Жизненная сила. В смысле, 62. Сейчас посмотрим, будет ли у меня хпшка восстанавливаться или нет. Но приятно, что нам засчитали за них квест, что он закончен. А эта тварь там так и ходит. Хорошо. Все,
Все, теперь можно спокойно лечь отдохнуть. Спасли Бакмана. Хорошо, ребята, я тогда полагаю, что на этом будем серию заканчивать. Она такая немножечко сумбурная получилась, но мы получили вторую душу, все-таки завалили второго босса, завершили квест с рыцарями, я этому несказанно рад, поэтому, наверное, пока что все. Спасибо, ребятушки, что были с нами, увидимся тогда в следующей серии. Всем удачи, добра, добра, и всем оладушек, всем покеда.